Эй-йоу! Всем привет, друзья! С вами Кирпич. А это значит, вы сегодня своими глазами увидите, что мы натворили в цирке Автова. Мы снова вернулись сюда, школа улиц. Мы здесь сделали шоу на манеже. А теперь в рамках Масленицы устроили мастер-классы, конкурсы и, конечно же, экстремальное шоу во входной зоне для посетителей цирка. Было круто! Посмотрите, поставьте лайки, прокомментируйте и подписывайтесь на мой канал, потому что это я делаю специально для вас. Welcome! Усы рулят. Поаплодируем, поддержим громкими овациями дядю Вову, Владимир Струй, основатель Jump Energy, один из лучших шоуменов России, не побоюсь этого слова. И... вау! Достойнейшее! Вау! Вот это да! Моя благодарность вам! Всей нашей команды! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть сальт назад подряд! Друзья, невероятно! Это очень круто! Дядя Вова, ты наш герой! Надо как следует приготовиться. И надо как следует. Давайте еще разочек, пожалуйста, поаплодируем, согреемся. Давайте встретим Масленицу, солнце. И вот он. Так невероятно круто. Подтянулись карманы в задние, да? Итак. Два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10 раз подряд, 10 сальто назад. Это точный рекорд цирка Автова. Взорвались овациями, друзья. Согрели ладошки и поддержали нас. Раз, два, три и вот это да, вот это завершение, достойно. Да! Поаплодируйте, пожалуйста, поаплодируйте, поддержите настоящие чемпионы своего дела для вас сегодня. Собрались здесь, чтобы показать на Масленицу, что такое экстрим и с чем это едят. Вот так вот, Семен Демьянов, красава. Тяжело, поэтому ваши аплодисменты очень важны для нас. Есть! Правильно. И 180. Так. Сложный трюк, но он еще сложнее, потому что скользко. Давай, соберись, пожалуйста, и сделай это. Ну, да, он сделал благодаря вашим овациям, благодаря вашим аплодисментам. О-о-о-о! Вот это неожиданно, вот это круто. Тейлвип практически спасся. Круто. Помахать ручкой, святое дело. Прям взорвать. На 180, спиной ее там. Так, Вадим, прыгаешь? Друзья, сейчас будет очень крутой трюк от Вадима. Пожалуйста, дайте шуму Вадиму. Вадим Николаевский, чемпион Санкт-Петербурга. Настоящий профессионал, смотрим. Вау! Такое можно делать на самокате. А вот, пожалуйста, реально. Вау! Вау! Трак драйва называется этот трюк. Это когда делаешь 460 и при этом крутишь еще и руль. Но они стараются, понимаете, падение это тоже часть шоу. О, давай, Вадим. Очень четко!
На самом деле все больше и больше я вижу прибоев и танцоров, которые выступают в свитках, на аренах. Теперь это становится настоящим современным цифровым искусством. Ну и действительно, смотрите, что он творяет. Это нужно быть очень сильным, чтобы делать такое. Может быть, есть среди вас человек, который сможет сделать такое же? Ты можешь? Ты маленький, куда ты еще? Ты можешь? Давай попробуем, давай, ну покажи. Интересно. Сейчас посмотрим, дадим шанс молодому поколению себя показать. Побежал. Красавчик. На самом деле, этот человек, посетитель, гость цирка, и вот такое прекрасное, как бы, пацан приходит уже в цирк. Молодцом. Вот это да. Растет молодое поколение бойцов. Так, успокоиться не может, смотри, все еще. Хорошо, давай делаем маленький перерывчик. Спасибо, отличное движение. Хорошо, у вас где-нибудь еще есть? Так, еще есть один желающий. Не, давайте вот таким его парнем. Он давно снял руку. Так, давайте какая берем кепка. Что творит вообще, какая молодежь пошла? Вот это да, вы представляете, какая молодежь у нас. В Санкт-Петербурге! Вот это обалдеть! Слушай, Эмиль, тут надо отвечать, делать что-нибудь в ответ, иначе меня, можно сказать, практически оскорбили, унизили. Надо отвечать чем-то серьезно. Этот батл уже пошел, батл. Аплодисменты! Эмиль дает жара. Ну-ка, давай-ка. Этот парень, смотрите, не успокаивается. Говорит, сейчас я тебе покажу вообще, где раки зимуют. Вот это да! Я в шоке просто. Невероятно. Вот оно будущее наше цирка. Да и не только. А вы знали, что брейк-данс стал теперь олимпийским видом спорта? И даже наша есть команда, которая представляет Россию на мировых соревнованиях. Сборная России. Я думаю, вот этот парень молодой. По-любому лет 5-10 и будет представлять нашу сборную на международных аренах. Вот это да! Мощно. Ну что, еще минут, давайте по выходу. И делаем маленький перерывчик. У нас еще есть жонглеры. Подожди. Ай! Хорошо! Что? Я просто... Нет слов! Ладно, раскроем вам секрет. На самом деле Марко, это наш парень, подставное лицо. Давайте, бибой Марко, это будущее наше России. Я уверен, будет зажигать скоро в будущем на международных аренах. Желаю тебе всего самого лучшего. Окей, а мы маленький делаем перерывчик. Давайте немножко поаплодируем, пожалуйста. Мы вам, а вы нам. Спасибо большое, что причистили ноги. Марко, повыше. Вот так, да. Есть. Нужно потратить немало часов, чтобы научиться так, вот такому простому даже элементу. Вот, молодец, вот, отлично. Ой, да у него получается, не хуже остальных. Молодец. Вот он герой. Ну-ка, товарищ наверх. Есть! Прыжочек исполняет на самокате. Вот такие у нас есть зрители прекрасные сегодня. Посещает цирк Вахтова.
закулисье. Закулисье, тут вот гримерочки цирковые. Здесь и мы тусили в свое время, когда мы приходили на манеже. Балом готовится. Посмотрите, поставьте лайки, прокомментируйте и подписывайтесь на мой канал, потому что это я делаю специально для вас. Welcome!